Ми хотіли б поцікавитись вашу думку з приводу Шойгу, от який, як ви згадали, власне виступив перед Путіним і сказав, що Маріуполь, мовляв, вони захопили. На вашу думку, що тут більше зіграло? Те, що от такого російського фюрера не хочуть роздратовувати поганими новинами, чи не хочуть його обманювати? Тобто, мається на увазі, не хочуть йому докладати погані новини, чи причина в тому, що все-таки вони працюють просто на свою внутрішню пропаганду, і чудово Путін розуміє, що Путін до кінця вони не захопили. Не, здесь другое, я вам сейчас объясню. Значит, тут много было информации о том, что Шойгу, министр обороны, де-факто уже там чуть ли не инвалидом кресле, Невзин об этом заявлял, что он, значит, при смерти, после инфаркта, инсульта и так далее. Я сразу говорил, что я не могу исключать, что он болеет, что у него есть там какие-то сердечные заболевания, но у любого человека бац и свалился, тем более в таком нервичке мог, конечно, свалиться. Но про инвалидность я все-таки поостерегался бы говорить. А смотрите как, Шойгу, безусловно, в опале. Он в опале. Почему? Потому что он не обеспечил результат за эту неделю, которую предполагалось. А два месяца идет война, и, честно говоря, ни края, ни конца не видно. Он в опале. Его не жалко, понимаете? И его, так сказать, показывают как обезьянку. Неважно, есть у него инфаркт или нет у него инфаркта. Его привезли и показали, потому что с него уже станется, понимаете? Дворникова бы не привезли, как руководителя командующего операции, это все докладывать президенту Путину. Я сомневаюсь. И даже генерала Герасимова вряд ли пока станут вести. А Шойгу, ну как вам сказать, ну он никогда в армии не служил, ну сидит он министром обороны, реальные функции исполняет Булгаков по зам. Ну хорошо, будут сейчас его подвозить, и он что-то будет мямлить. Он будет, так сказать, и Киев привезут, скажут, взял, понимаете? С него уже не убудет. Поэтому, как говорящую картинку, его могут подвозить периодически, но реально войной он не занимается. Этим занимаются сейчас уже совсем другие люди. Как я уже сказал, операция командует Дворников, Министерством обороны текущими делами командует его зам первый. Поэтому я думаю, что здесь просто для картинки это все сделано. До речі, а чи можна говорити про те, що Путін може бачити в Шойгу політичного опонента, конкурента, враховуючи те, що Шойгу прийшов з політики саме на посаду міністра оборони Росії, і ми бачимо, що він настільки впізнавана фігура, що ну рейтинг у нього доволі таки високий серед росіян? Зараз уже не такий. Я бы сказал так, Путин всех опасается, он всех держит на известном расстоянии, чтобы, не дай бог, никакого конкурента не возникло, это во-первых. А во-вторых, Шойгу-то оказался трусом конченым. У него яиц-то нет, понимаете? Это человек, который не способен реализовать, даже если бы у него амбиции были, а я не исключаю, что у него амбиции есть политические. Но это же трус, понимаете? Это люди, которые не способны ни к чему в окружении Путина. Поэтому на самом-то деле, я думаю, Путин их настолько вот конкретно Шойгу не сильно боится. В армии он не авторитетен, Шойгу абсолютно и совершенно. Вот. И командиры авторитетны. Поэтому на самом-то деле, повторяю, Шойгу ведь, знаете, то МЧСом командовал. Вот сейчас мало кто знает в Украине. Он потом его кидали на Московскую область. Он был губернатором Московской области. Вот кто-нибудь это знает? А потом оттуда уже, с Московской области, перекинули, оставили его там дальнего родственника, ну, точнее, друга, зятя этого Воробьева, а его перекинули в Министерство обороны. И как выяснилось, в Министерство обороны все разворовано. Вот смотрите, это же откровением для всех прозвучало, но публично стало известно, поскольку табуретки в танках. Все поняли, что ничего нет, никакой реформы, все это пустые разговоры. Понимаете, нет никакой армии такой мощнейшей, чуть ли не второй в мире и так далее. И я думаю, кстати сказать, коронным военным из генштаба выгодно было бы повесить всех собак на Шойгу, между прочим. Очень выгодно, потому что это во всем виноват Шойгу, это не мы. Чего вы нас обвиняете, это все Шойгу, он все разворовал. Поэтому я предполагаю, что в нынешней ситуации у Шойгу, вообще говоря, шансов никаких.